добрался до намеченного места на краю леса, выбрал березовую рощу, взрослую, светло, просторно, расположился, разбил лагерь. Мне тут от лагеря буквально 200 метров до намеченных блиндажиков. Погляжу, там битый, скорее всего, городок, но пару блиндажей я там совсем недавно с разведкой ходил, нашел два блиндажа затопленных, небольших. Качнем их, поглядим. Вот так похожу, металлолом пособираю, попадался. Немецкие кирки, всякая ломы, колеса от телег. Дрова заготовил, чайку сейчас расположился. Т-25 мой тянет свою работу как надо. Т-25 Владимирец. Он жил в наших краях. Мы в детстве называли его пердунок за его характерную работу двигателя. Пык-пык-пык-пык-пык. Лебедка выручает, конечно. Дорога тяжелая, ямы. Видно воронки, дорога военная еще была, довоенная, царская. Ну и потом фронтовая дорога, она же стала. По ней военная техника передвигалась, бомбили. Там даже на обочинах и подрывы танковые есть в этой дороге. Ямы большие. По самый двигатель где-то уходишь в эту яму. Ему не выбраться, там жижа. Вот иногда пару-тройку раз приходилось подключать лебедку. Ну что, нормально. Экономичный. Если проводить, так скажем, аналогию с автомобилями, этот трактор все равно, что АК среди автомобилей легковых. По экономичности и по проходимости так же самое. Акушка тоже, она такая проходимая. И залил топливо в бак и забыл. Так же и здесь, в пердунке тоже. Залил литров 10 солярки. И он едет, 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 делает свою работу, можно сказать, бесконечно. Расход минимальный. Совсем неудобно, да? Эти слепни, комары, мошка. Пришли на ямку. Это я уже подрасчистил чапыгу вокруг него. А так это самое настоящее чапыжный лес в наших краях. То есть ольха, кустарник труднопроходимый. И вот среди всего этого кустарника здесь есть пару ямочек. Я обнаружил. Просматривается. Вот бревно. Здесь, здесь такая вот, такой вот сруб идет верхний. В этой яме щупом я поштырил, дна не нащупал. Возможно, это вот такое встречается на зимних позициях. Тем более еще низина, скорее всего, какой-то плывун был. Вот, чтобы не оттекал вниз грунт, как-то закрепляли, обвязку делали наружную. Полы не постелили, наверное. Может есть, может там светок и еще проходит сквозь них. Так что такое бывает. Вот скобы тут вытащи. Наверху сигналы идут сплошняком практически. Сейчас буду откачивать потихоньку, отстойник делать, осушать. Такая вот длительная сейчас работа будет у меня. Божьи твари, насекомые, сволочи. Мешают, конечно, очень. Ничего не поделаешь. Спирали по четырем углам раскинул. Вроде как полегче. В лагере-то я нашел поваленную березу. На ней грибы эти растут, которые используем тоже. Поджигаешь, и они дымят хорошо. Помогают от комаров, от этих насекомых. Но с собой я не взял. Все, приступаем. Дальше покажу.
Пошли первые находки. Блиндаж не глубокий, и это хорошо. И я первоначально ошибался. Думал, здесь плывун. Нифига. Глина, и глина такая, какая нам нужна, о которой мы всегда и мечтаем, копая блиндажи. Она не красная и не синяя глина. Что-то вперемешку. И тут первые находки. Давай, давай, Таюха. Медведь ходит. Он гаденыш любопытный. Рядом с лагерем, смотрю, топтался. И здесь где-то по кустам ходит. Гони его, гони. Давай, давай, давай. Давай, стой. Давай. Молодец. Давай его гони. Ходит тут. Пугает нас. Так. Здесь у меня лежит газбак. И я вижу, что он... Ребята, он... Не сглазить бы, но он идеален, даже без блиндажной накипи. Так, под ним я вытащил чехол вместе с зубной щеткой. Ну-ка. О, она даже щетиной. Целая зубная щетка, прикольная. Чехольчик-то подошел. Ну, что, хрупкий совсем. Так. Дальше тут у меня крышка от котелка. Вижу в сохране. Тут под крышкой из-под котелка какое-то залипание всякого железа. Не пойму, что тут. Надо будет почистить. Но оно в накипи. Не пойму, что тут. Может, гвозди какие. Абсолютно в накипи. Дальше с этой стороны вижу голенище немецкого сапога. Кожа мягенькая, шикарная. Тут пока ковырялся, зачищал. Под ногой нащупал, стоял прямо. Сейчас достану. Я боюсь здесь ходить уже по нему. Могу все раздавить нахрен. Это бакелитовый стаканчик. Как я тебя не раздавил. Обалдеть. Столько предметов. Как ты уцелел? Я топтался здесь. Шуру делал. Так. Хабарница пока тут будет. Зубная щетка. Забуха. Так, туда встать, и сейчас мы будем доставать крышку из-под котелка, да, и газ-бак. Маленько буду расширяться. Блиндаж неглубокий, зимние позиции, поэтому... Ручкой, жерло, отлично. Он идеальный, можно сказать. Да? Да. Ручка алюминиевая. Вижу инициалы выцарапаны на крышке. Крышка. Отлично. Пищевой сохран. Так. Тут что у нас? Так, язычки тут. Кожаные хвостики. Да, с крышкой. Газбак собственной персоной.
невозможно он в сохране. Не пойму. Вроде не пустое. Или грязь там, или что. Так. Кожаные хлястики. Одна мыть. Возможно, присутствует номер на нем. Маленького ящика какого-то. Так, так, так. Так, ну до сапога чуть попозже буду я доходить, потому что он краешек, уголочек его только показался. Надо в ту сторону копать. Сейчас я буду потихоньку осушать, расширять. Так, вначале давай помоем, да? Да, номер есть. Вот зараза, как раз на дне лежал тем местом, где номер. Залипухи небольшие. Вот они, залипухи. Накид блиндажная. Ну, в принципе, вроде 721. 721. Вроде бы да, всего три цифры, 721. Да, что-то с противогазом. Так, ладно, надо чистую воду. Стал расширяться дальше здесь. Пинпоинтер использую, проверяю под этим, под ногами. Сигнал, дай, думаю, поковыряю. И здесь буквально вот пинпоинтером, так скажем, названил немецкий шлем. Он с обручем, как минимум, и с кожей. Все дело в том, что он не так глубоко, он немного выше, чем газбак. Меня это немножко пугает. Как бы маковка у него не сгнила. Вот он, о, о. Вроде целый. Ребята, это зимник, еще один зимник у нас. О, вода пошла, зашипел, воздух пошел в него. О, тут еще что-то под ним. Еще один газбак под шлемом немецкий. Это зимник, ребята. Так, да, это ремешок от газбака. За качество видео тут не судите строго, потому что дни такие летние, солнечные. То солнце, то облако. И, короче, вот так вот все будет. Нестабильная картинка по цвету. Так. Раскапываю. Вот он весь закупорен глиной. Он тоже как газбак будет шикарен, зимник. А таз. Под газбаком лежит это не кожа. Под зачистью это калоши-то, ОЗК у немцев-то было, типа того. Резина, короче. Слегка обмыл. Зимник. Будем доставать, так скажем, в прямом эфире. Без остановки.
видео. Да, деревяхи. Деревяхи вокруг него. Веточки, перегной. Ай-яй-яй. Как бы это все нам не испортило шлем. Ну так вроде бы закупорен-то в этой глине болотной. Главное, я по нему ни разу лопатой-то и не попал как раз таки. Не царапнул, а чисто на пинпоинтер назвонил. Немецкий шлем на пинпоинтер. Так-то он упакован здесь. Глина что надо. Вот здесь, сзади, на затылке вот, скопление всякой хероты. Ну, вроде бы нормально все. О, зашевелился. Внутри колпака пустота. Ребята, вот оно. Подбородочник он отгнил, ремешок я нашел. Рядышком был. О, он даже, видите, сухой внутри. Есть пятно сухое. Вакуум был, получается, все эти годы. Металл сухой внутри. Почерневший здесь, надо отмыть. Тут был воздух, получается, многие годы. Кожа мягенькая, подшлемник идеальный. Но этот обруч стальной. Значит, наверное, возможно, сороковка. О, с этой стороны. Бумажка была. Неплохой шлем. Отлично. Размерчик средний. Стандарт. Давайте поближе. Есть маленько. Экземпляр. Да, железный обруч, к сожалению. Так, ну что, газбак второй. Тоже с корзинками. Так, вот тоже этот сапог. Не, давай попозже. Ты туда дальше идешь. Прилип к газбаку резина. Эй. Все. Чики-пуки. Так, это ремешки тряпичные сгнили у газбака. Так, все в краске и накипи. Так, дырочка в дне. Вода пошла.
Нормально так. Еще один. Давай, до кучи. О. Пожалуйста. Еще один стаканчик бакелитовый. Сразу за шлемом, за газбаком. Блин. Целый. Прям как сон какой-то, а не явь. О таком можно только мечтать. Находки идут и идут. Да, на полу глина, а на глине солома. Еще один шлем. Да, о. Этот поглубже. Тоже зимник. Охренеть. Охренеть, народ. Такого не бывает. Солома на полу. Сейчас я буду снимать эту шапку здесь, в этом месте, чтобы аккуратно подобраться. И надо перекурить Чайковским. А то я чувствую, в кураж ухожу. Надо успокоиться. Раскапываю потихонечку. Это вот на пояс подвесы были кожаные. Идет сукно какое-то немецкое. Так. Это все тот же калош. Вытаскиваю второй, наверное, рядышком. И вот из нержавейки, смотрите, вилка. Гражданская. Нержавейка, да, что там, потом поглядим. Так. Вот он, сапог этот резиновый. Шлем вот лежит, пока еще здесь вот. Маковка. Свернем. Сукно, сукно, сукно. Тут могут быть в этой соломе на полу потеряшки утрамбованы. Это я прозваниваю, конечно, потихоньку. Чтобы ничего не потерять. На макушке лежит боком. Что тут у него? Какая-то залипуха на лобовой части, непонятная. Как будто бы это забрало защитное на лбу. Блин.
еще третий газбак. Но туда идет, уже почему-то подгнивший идет все. Там что-то не так. Там газбак сразу, крышка вон сгнившая. За шлемом сразу, да. Что-то тут такое лежало, что повредило сохрану. Да. Так, это у нас подбородочный ремешок. Так. Обруч там под шлемник. Опа. Да. Так. Что же у нас все-таки там на лбу такое? Зимник. Подбородочник. А, целый с алюминиевой застежечкой. Что вот здесь-то у него такое? Ребята. Хоть убейте, не пойму, что это. Или это грязь так залипша. Надо отмывать, смотреть, что это. А, ну да, что-то у него металлическое налипло. На лбу. О, операция. Так. Подбородочник. Там кожа под шлема. Ну, сейчас этот отдельно сходим, намоем вместе. К сожалению, вот здесь вот юбочка вот возле газбака. Там газбак лежит, он стушь, не знаю почему. Ну, наверное, смесь. Здесь металл, там металл, между ними ткань, сухарка, еще сукно лежит. И, наверное, реакция все-таки дала свое. Уважаемые подписчики нашего канала и все те, кому интересен поиск с металлодетектором, хочу порекомендовать вам нашего постоянного партнера, фирменный магазин deusxp.ru. В магазине всегда действуют скидки и подарки. Если вам необходим прибор и комплектующие другой фирмы, тогда вы можете обратиться на страничке ВКонтакте Виктору Смоленска напрямую. Ссылки на его магазин и страницу вы найдете в описании. Если при заказе вы укажете кодовое слово «Война в болотах», то гарантированно получите скидки и подарок. Желаю удачи в поиске! Это вот тоже типа блиндажа. Тот вот неглубокий. Это вот второй. Про них я в начале видео говорил. Тоже идут сигналы. Возможно, что-то здесь есть. Уже такой весь оплывший. Похож на воронку, но там вот ход. В нем единственная вблизи вода, где есть. Сейчас намоем. Да, это залипуха. От сухарки, наверное, ткань прикипела к шлему. Но даже следы от соломы, что на полу было, такие присутствуют. О, вот это да. Подписной. Художественная подпись в стиле готика. Я секундочку. Фу. Так. Опять солнце. Секундочку. Вот он как бы такой камуфляж, отпечаток от соломы остался здесь.
на полу солома постелена. Он лежал так и отпечаталось. Здесь вот сплошной окрас кисточкой, следы видны. Эх, солнце, ты совсем вот, ну не кстати, а сегодня. Так с утра было. Тенек, пасмурно, хорошо для съемки. Сейчас вот оно все засвечивает, это солнце. Но это вот ткань, залипшая на шлеме. Вот я думал, что это типа защита лица. У него своя какая-то придумана. А, налобник типа того, защита. А это нет, это сухарка налипла, ткань прикипела. Так, ну что у нас? А вот надпись, подпись в готическом стиле. Неплохо видна. Рикен какой-то, не знаю. Сейчас, секунду. Так, как бы мне тебя? Я просто это... Не поймать мне. И так бликует. Ну, вот так хотя бы. Подзачистил здесь все, потому что решил снимать. Пусть идет запись. Здесь, скорее всего, или китель какой-то, идут пуговицы немецкие. О. Алюминиевые, латунные даже, погоны, воротничок попался. Тут тюбики, стопочка рядком лежат, так, видно, полка была. Так, тут я не пойму, тоже тюбик, что ли. Щетка одежная, это вот газбак, из-за сукна сгнил он, скорее всего, да, о как тряпка дала. Вот он здесь, нет, наверное, шинелка какая-то немецкая, целиком не достать, потому что все равно истлело. Вот здесь сухарка была. Идут кожинки от нее. Также тут, похоже, перчатка была кожаная. Здесь тюбики вот. Коробка какая-то вроде бы маленькая. Ну, типа, знаете, как колотухом. Тоже. А может, под детонаторы. Зеленая такая. Так, ладно. Это сюда. Буду поднимать все это. Ой, из-за этой шинели он сгнил. О. Газбак. Да. Сгнил. Ну, откроем. Так. Ну что, тут уже закралась мысля, да? Три газбака. Было два газбака, два кассона. Третий газбак. Может, и третий кассон будет еще. Получится, не знаю. По сути, я выкопал на данный момент максимум это 1/4 блиндажа. Он наш весь почернел от этого сукна. Испортил нам газбак. Это я сейчас вот смочил находки, шлемы, газбаки и накрыл веточками, чтобы солнце не жарило. Щетки идут, да, такой вот все. О, это у меня стал пользоваться пинпоинтером. Приучил себя потихоньку. Понравилось мне. Переборол себя и стал им пользоваться. Пинпоинтер предоставил нам наш постоянный партнер. О, вот она. Тут какая-то вот петличка, да, и тут пуговица. А, ну как раз.
нашего партнера. DeusXP.ru. Постоянный наш партнер. Заходите по ссылочкам в магазин. У нас под видео ссылочки всегда есть. Увидите, все для поиска в этом магазине есть. Также Виктору Смоленска ВКонтакте на страницу. Там можете узнать цены. Пора спрашивать. Так, где у нас еще тут пуговицы, вон пищат. Не знаю, наверное, я попробую ее откопать потихоньку чуть позже. Буду доставать по возможности целиком. О, в обойме учебный патрон немецкий. Да. Прямо в планке. Так. Всякой хероты идет. Сырость пусть уходит. Так, ну-ка. Я хотел вот эту сторону подзачистить. Убрать эти тюбики. Что-то вроде полочки тут было у них. Щетка одежная. Лежит. Что тут еще? Так. О, так, тубус этот вот. Как щетки зубные упакованы, только это вот из такого же мягкого материала. Так, это сюда. Так. Оп. Давайте-ка откроем. Там что-то есть. Смотрим, наблюдаем. Так. Ну-ка, фокусируйся. Опять это солнце, блин. Открываем. Что тут? О, помазок. Помазочек. Бритвенная принадлежность. Опа! Шикарно! Вот это находка. Так. Целый помазок. Иди обратно. Солнце, скройся. Ты нам портишь всю картинку. Так. Эй. Сейчас, секундочку. Все. Таюха, что там, кусают тебя? Пенек ищешь. Немчики убегали отсюда. Торопились, все побросали. Так, надо в тенек, все, в тенек. Бытовушка идет интересная. Это мы всегда любим. Так, две щетки уже у нас. Два бакелитовых стакана. Щетки одежные. Так. Здесь вот, да. Что-то все лежит. Уже ткань. Наверное, все та же. Может и китель. Что угодно. Оно растворилось здесь. И нам газбак испортило. И досталось немного. Так, это. Так. Оп, ножичек складной, стандартный немецкий складной ножик. Такой металлический. Да, секундочку. Где-то моя щеточка. К сожалению, вряд ли его удастся как-то сохранить, восстановить. Хотя, кто его знает. Здесь потому, что у него... Здесь у него накладочки такие пористые, из тонкого металла. Он весь черный металл. И восстановить его я не знаю. Я не пытался. Чаще всего находил я их тухлыми всегда. Гнилыми.
Это обычный в наборе солдата вермахта. Такие ножички были тоже. Так. Дальше. Какая-то вот тоже крем, наверное, что-то было. Бумага. Как интересно, ребята, как это вот. Оно редко такое бывает, но бывает. Оп. Еще одна одежная щетка, маленькая. Маленькая щеточка. Тут, ребята, накопаем. Щипните меня. Может быть, это сон? Так, что-то еще тут такое же. Пластиковое, мягенькое. Похоже на такой же тюбик с помазком. Здесь вот оно вот так вот лежит битком. Это вот личные вещи. Солдат. Так, а тут? Тут тоже помазок на тюбиках лежит. Да. Открытый. Кстати, нож-лопатку также можете у Виктора Смоленска приобрести себе. Я вот, когда есть находки в блиндажах, и бывает в попыхах забудешь дома, там, в лагере, уже жалеешь, привык к нему. Здесь коробочка вот металлическая лежит. Это вот помазок, это тюбики тут лежат. Тюбички всякие разные. И рядками аккуратно положены. До сих пор они вот так и лежат у них. Так. И вот эту нож, лопату можете также у него в интернет-магазине приобрести. Вот. Еще один помазок. Так. Кажется, он немного другой формы. Сохраним. О, это непростой. Это, скорее всего, какой-то металл. Тяжелый. Это да. Это что-то. Металлический он. Да. Тяжеленький такой. На себе не показывает, да? Короче, я так полагаю, этот блиндаж в одну серию у меня не поместится. Так, это от сухарки. Коробочка. Вот она. Встречается у нас такая, мы как-то такую находили. Да, что-то есть. Цвет фильтра у нее. Она не пустая. Не помню, мы же тогда под Питером находили, вроде, что там это было. Медицина, что ли, какая-то, не помню. Этикетка вон ушла, след от нее есть. Так, ну чё, все белое, да? И ни облачка нету. Зараза, это солнце. Так. Ну-ка. Вот она, эта коробка. Так, я сделаю тень маленько. Что-то есть.
не хочу, вроде шевелится. Пошло, ребята, аккуратненько, без повреждений. Оп. Ну-ка, сам не видел еще. О, бритвенный станок. Вот он в целости, сохранности. Еще один вот. Так, ладно. Достаем ложка. Ложка. Тут у нее в этой части стоит чекуха овальная. А это не нержавейка. Это другое. Ничего, потом будем делать обзор, все аккуратно рассмотрим, все будет красиво. Выберу место, тенек, может погода не подведет, даст тень небольшую. Обзор сделаем по-нормальному, чтобы нам солнце ничего не портило. Так, достаем, еще одна упаковка. Ага, опять. Скорее всего, помазок. Не-а, здесь порошок какой-то. Не знаю, что это. Белый порошок.